последнее время поток туристов-дайверов, направляющихся в Египет, заметно снизился из-за смутных времен, наступивших в этой стране. Египетскому направлению нашлось немало достойнейших замен, в том числе и Мальдивы. Мальдивские острова, хотя и находятся дальше от Москвы, зато могут похвастаться богатейшим подводным миром и огромной площадью всего архипелага, общая площадь которого составляет около 90 тысяч квадратных километров, из них территория суши чуть меньше 300 квадратных километров. Причем, если сложить площадь всех Мальдивских островов, они легко поместятся в границах одного среднерусского города, такого, например, как Архангельск. Искусственно насыпанный остров около столицы Мальдив Мале является единственным аэропортом в стране. Со стороны кажется, что большие авиалайнеры садятся прямо в океан. Уже через несколько минут после выхода из самолета наша группа дайверов оказывается на воде. Судно, которое приняло нас на борт, на местном наречии называется «Дони». Везет всю нашу группу на сафарийную мега-яхту «Марселия Стар», где мы проведем 10 дней путешествия по мальдивским атоллам. Утро первого дня сафари начинается с брифинга по поводу предстоящего чек-дайва. Для пробного дайва дайв-гид выбрал место под названием Ланкан-Риф, который находится около остров Парадайз с одноименным отелем на берегу. И хотя мы находимся совсем рядом с островом, на котором расположилась суетливая столица Мале, именно здесь чаще всего происходит встреча с мантами. Удивительно, что эти огромные рыбы не боятся такого близкого и шумного соседства. 10 минут на сборы и грузимся на Доню, где тщательно проверяем заранее собранное подводное оборудование. Нужно еще убедиться в работоспособности подводной фото- и видеотехники. Передвижение до места погружения и сами погружения на Мальдивах производятся на специальной лодке – «Дони». Процесс облачения в гидрокостюмы происходит на ее борту. Здесь же хранится и все подводное снаряжение. Это очень удобно. До места погружения идем на «Дони» примерно 10 минут. За это время вся группа успевает экипироваться и проверить свое снаряжение. Команда «Все готовы», и следующая за ней «Гоу-гоу» знакома многим дайверам. В этом месте манты проходят санитарную очистку рыбами-губанами. Поэтому оно так и называется – станция очистки. Сама точка, где проходят гигиенические процедуры у мант, хорошо известна. Это небольшой коралловый камень, лежащий на глубине 20 метров. Туда мы и держим направление. На глубине 18 метров нашу группу встречает стая желто-полосатых сладкогубов. Сладкогубы питаются мелкими беспозвоночными, правда, предпочитают это делать в темное время суток. А днем эти рыбы стоят возле укрытия или забираются внутрь кораллового грота, чтобы отсидеться до ночи. Через несколько минут подходим к искомой точке и ждем встречи с морскими гигантами. Буквально сразу появляется первая манта. Мы даже не надеялись на такую скорую встречу. А когда из-за камня стали появляться все новые и новые манты, удивлению нашему не было предела.
Удивление – кратковременная эмоция и возникает внезапно. Если у вас есть время подумать о событии и порассуждать о том, удивляет вас происходящее или нет, значит, вы не испытали удивления. Так вот, мы все испытали это чувство. Мне очень понравилось одно из первых погружений, где мы видели мант. Видимость хорошая, близко очень подошли. В этот раз манты были глубже и была лучше видимость. И они подходили, ну, буквально там на расстоянии вытянутой руки шли над головой. Вот. Группа вела себя дисциплинированно, никто не выскакивал, все аккуратно сидели, смотрели, поэтому они себя вели очень вольготно. По 3-4 манты за раз проходили над головами. Все очень красиво, парили. Во-первых, их было большое количество, наверное, штук 10. Вот, плавали вокруг тебя. Вот, оказаться среди них, это, я думаю, что такое нечасто бывает. Многие из наших дайверов на этом сайте ныряли не первый раз. И обычно мант либо не было совсем, либо приходило всего пару штук на несколько минут. Никогда я не видел такого количества, это то, что касается именно этого погружения, то такого количества мант никогда я нигде не видел. Что-то такое фантастическое, даже назовем, эффектно, фантастично. Но ради этого мы и едем сюда, чтобы увидеть такие виды и красоты. Это однозначно. Мне очень понравились манты. Мне кажется, я просто сидела как завороженная и вот так вот глазами лоп-лоп-лоп-лоп-лоп смотрела. И, ну, грациозное такое вот создание, которое летит, машет над тобой вот этими крыльями. Завораживает, да. Честно, даже ожидал, наверное, представлял, что это будет еще и меньше. Думал, что увижу одну-две, но когда я увидел такое огромное количество, я, конечно, просто такого не ожидал. И они были абсолютно непугливые. Удалось заснять очень с близкого расстояния. Конечно, потом нужно будет посмотреть, как все получилось на фотоаппарате, но я в полном восторге, мне понравилось. Особенно вот это один из тех дайвов, который мне вот из всего сафари запомнился особенно. А в этот раз их было достаточно много. И каждый из нас смог получить немалую порцию адреналина, даже бывалые дайверы. Несмотря на то, что я их уже очень много видела, но было очень удачное погружение, потому что была чистая вода, много мант, и вполне приличные дайверы были, которые не кидались, не хватали мант, сидели, смотрели, снимали, поэтому они чувствовали себя очень комфортно и ходили рядом. Очень понравилось, очень интересно. Манты совсем не реагировали на присутствие нескольких групп дайверов. В этот раз Манта Пойнт был неплохой, хорошая видимость. И, в принципе, там тоже штук 15 их было. И они чистились, никуда не уходили. Вот. Но это все-таки Cleaning Station. И народ сидит как бы рядом, да. А вот то, что у нас было до этого, то там была возможность с ними плавать. Да, и они подходили. Ну, в общем, Манта Пойнт неплохая была, да, нырялка. Хотя мы на этом месте ныряли не один раз, вот, в разные периоды. И, откровенно говоря, бывали моменты, когда там манты и не было вообще. Просто будем считать, что это вот повезло, собственно говоря. Может быть, повезло, а может быть, стечение обстоятельств, но практически все время, которое мы находились на станции очистки, манты заходили на новые виражи и никуда не собирались уплывать. Вполне возможно, уже выросло молодое поколение этих грациозных созданий, для которых наличие дайверов под водой является неотъемлемой частью подводного мира.
Большинство из мант, которые кружили над нами, были юношеского возраста. И не то чтобы они боялись пузырящихся нелепых созданий на дне, они как малые дети резвились в их потоке. Когда наша группа начала всплытие, манты, подобно домашним питомцам, ринулись вслед за нами. Видимо, удовольствие общения оказалось взаимным. На процедуру очистки от назойливых паразитов и омертвевших кусочков кожи приходят все рыбы, обитающие в океане. Вот радужный бегун заглянул в гости к губану-чистильщику. Неугомонные цезии, которые не могут даже на долю секунду постоять на месте, лишь на приеме у рыб-санитаров делают исключение из правил своего поведения. Губан-чистильщик извещает о своей профессии посредством танца плавания, делая определенные движения вверх и вниз. Рыбы-клиенты извещают о своем намерении пройти очистку, становясь вверх головой, растопырив плавники и жаберные крышки. В пунктах санобработки нуждаются все рыбы коралловых рифов. Они терпеливо стоят в очереди, ожидая, когда их обслужат. Рыбы-большеглазые днем собираются в плотные стаи и прячутся в пещерах вблизи защищенного или открытого кораллового дна. Причем, чем крупнее рыбка, тем глубже она старается забиться в спасительный грот, выталкивая более слабых и менее опытных собратьев к краю пещеры. Полакомиться этими мелкими рыбками мечтает любой морской хищник. В ночное время эти рыбы расплываются в поисках зоопланктона и беспозвоночных, составляющих их пищу. Постепенно поднимаясь к поверхности, встречаем еще одну небольшую стайку большеглазых рыб. Эту рыбу называют хамрур, а за ее огромные глаза ей дали имя бычий глаз. Она также ведет ночной образ жизни, промышляя крупными беспозвоночными и мелкими рыбами, а днем вальяжно прогуливается вдоль кораллового рифа. Перед всплытием делаем остановку безопасности, отвисаясь в толще воды и нетерпеливо отсчитывая минуты до выхода на поверхность. Ориентируясь по выкинутому на поверхность бую, Донни находит нашу группу и принимает всех на борт. Первое погружение оказалось очень ярким и запоминающимся. Посмотрим, что будет дальше.
Средняя плотность населения Мальдив такая же, как и в городских постройках того же Архангельска. Но при этом большая часть островов даже не заселена. Из 1200 островов обитаемы лишь 200, остальные лишь изредка посещаемы людьми. А на яхте тем временем команда поднимает якорь. Нас ждет переход на атолл Южный Мале. И пока яхта идет, можно немножко отдохнуть, перезарядить аккумуляторы для фото и видеоаппаратуры. Мальдивский архипелаг был заселен более 2000 назад дравидами, выходцами из Шри-Ланки и Южной Индии. В V веке на островах появились арабы и персы. В 1558 году Мале захватили португальцы и построили там форт. Но вскоре мальдивцы уничтожили форт и изгнали португальцев. Затем на архипелаге попытались закрепиться голландцы, также безуспешно. В 1887 году Британия установила свой протекторат над Мальдивами. В 1959 году образовалось сепаратистское государство на южных отдаленных островах – Объединенная Республика Сувадиве. Раскол произошел во время борьбы Мальдивов за независимость. Через 4 года Британия вернула независимость всем территориям. Следующий дайв-сайт, на котором нам предстоит сделать погружение, хорошо известный Эмбутхо Экспресс. Он представляет собой канал, который соединяет внутреннюю лагуну атолла с открытым океаном. Это место называется Экспресс из-за сильных течений, возникающих при отливе и приливе. Удивительно, что на Мальдивах дайв-гиды часто не могут точно сказать, какое сейчас течение – приливное или отливное. А уж тем более предположить, какова его сила в данный момент. А ведь именно от направления течения зависит качество погружения. То ли нет точных данных, то ли здесь в атоллах его невозможно предсказать – непонятно. Ведь, например, в Белом море начало и конец прилива, а также отлива, известно с точностью до минуты. В первые же минуты погружения становится ясно, что нам в этот раз не сильно повезло. Мутная вода означает, что из атолла в открытый океан выносится огромное количество взвеси, а все пелагические рыбы не любят такую воду и уходят подальше от берега. Каналы тоже по-своему интересны, но интересно только, когда сильное входящее течение. Да, там, конечно, нужно быстро погрузиться, зацепиться на глубине там, 30 метров, но тогда очень хорошая видимость, и много крупной рыбы, они подходят близко. Ну, в этот раз не было сильного течения. Вот это немножко, я считаю, что нам не повезло, потому что когда сильное входящее течение, подходит крупная рыба. Так что такие вот дайвы на каналах были времена интереснее. При этом в канале, конечно, есть рифовая рыба, которая никуда не уходит. Но наша главная цель – это крупные пелагические хищники. В каналах мне нырять нравится. Но мне нравится нырять в каналы, когда, во-первых, рано утром, когда там большое течение. Туда имеет смысл нырять на край канала, когда большое течение. Вот, и зацепиться, и тогда там много рыбы. Вот именно в канале, что интересно, как раз на краю канала всегда кормятся, их бывает много, акулы и другие крупные. Вот, то есть именно рано утром, потому что потом течение меняется, и, честно говоря, мне уже не очень нравится это, там нечего больше смотреть. Несколько крупных хищников нам все же удается повстречать. Но с такой же вероятностью барракуду и собакозубого тунца можно увидеть и в других местах.
не обязательно ныряя в канале. Мне нравится глубина на уровне 20 метров, чистота воды, кораллы и когда есть какое-то движение. Количество рыб, вот это мне нравится. Просто лежать в засидке, ждать эту акулу, да, здорово, да, великолепно, имеет полное право присутствовать, но в больших количествах мне не нравится. Крупные хищники – это всегда глубина, это всегда сильное течение. Вот. Но Мальдивы – это же, я не знаю, 1800 островов. Куда тебя дайв-гид приведет – это большой вопрос. Здесь, конечно, есть шикарные места, но не факт, что ты попадешь. Я философски начал относиться к жизни, и в том числе к нырялке. Вот, поэтому любой дайв, он, в общем-то, должен доставлять удовольствие, иначе не имеет смысла заниматься дайвингом. Конечно, если активно покрутить головой, приглядеться ко дну, сконцентрировать внимание на любых движениях вдоль кораллового рифа, то всегда можно найти какое-то необычное животное или рыбу, за которыми будет интересно понаблюдать. Мне, допустим, доставляет удовольствие, когда я просто спокойно плыву и вот вижу все это в цвете. Меня очень несимпатичны вот эти маленькие рыбки. Я не фанат акул, мне не доставляет удовольствия большого, скажем, вот лежать там по 15 минут и наблюдать, как они мимо меня ходят. Мне доставляет больше релакс. Вот эта вот мелочь цветная, красивая такая вот. Мне кажется, такая вот размеренная жизнь подводная, вот это то, что мне нравится. Богатые красками и формами жизни, мальдивские воды всегда предоставят возможность полюбоваться величественной красотой природы. За последние годы в водах мальдивского архипелага происходят изменения, и не всегда в лучшую сторону. Не видели мы в этот раз больших наполеонов. Вот там маленького видели, но большого не видели. А бывали, вот мы видели там до 2 метров. Таких наполеонов. Скорее всего, их выловили местные рыбаки, ведь мясо, а особенно губы наполеона, высоко ценятся. Приходится переключаться на других обитателей. За время нашего сафари было еще несколько погружений в каналы, но результат был примерно такой же. Скопления крупной рыбы мы не видели. Как всегда, не попадали в нужное время и в правильное течение. После чего было принято коллективное решение не тратить свои драгоценные дайвы на поиск мифических хищников в каналах, а переключиться на созерцание красоты подводного мира, погружаясь на разнообразных тилах. Сафарийная мега-яхта «Марселия Стар», на которой происходило наше дайв-сафари, построена для настоящих океанских плаваний, согласно регистру Ллойда. Судно оснащено всем необходимым оборудованием для дайвинга, которое хранится на вспомогательной лодке «Дони». В команде корабля есть 2 дайв-гида, знающих условия погружений и интересные места для дайвинга. В отличие от большинства других мальдивских яхт, корпуса которых выполнены из дерева либо из пластика, корпус «Марселия Стар» стальной. Длина яхты 37 метров, а ширина около 9. Это, конечно, не самое большое судно на мальдивском архипелаге, но размеры ее скромными назвать нельзя. Пару мощных мерседесовских двигателя позволяет яхте идти с крейсерской скоростью 12 узлов. Это примерно 20 км в час. Яхта имеет 3 палубы и сандек, которые соединены между собой лестничными маршами. На нижней палубе расположено 9 кают, в каждой из которой имеются санузлы с душевыми, холодильники, мини-бары и, конечно, кровати.
В некоторых каютах кровати раздельные, а в некоторых совмещенные. Все каюты с кондиционированием. На средней палубе расположены кают-компания, ресторан и две каюты. А на корме огромное пространство для отдыха в тени на открытом воздухе. Верхняя палуба имеет свой полузатененный сандек с баром, диванами, креслами и столами для напитков. А также здесь расположены две большие каюты мастер-рум. Яхта имеет в общей сложности 13 кают, где могут с комфортом разместиться до 30 гостей, как ныряющих, так и просто отдыхающих. Яхта подошла к тому месту, где сегодня будет проходить ночной дайв. Вечернее экваториальное солнце окрасило небо в ярко-бордовый свет. Каждый закат на Мальдивах неповторим. Жаль, что все это представление длится считанные минуты. Солнце очень быстро уходит за горизонт. Красивый закат, очень посмотри. Особенно, как солнце уходит в течение одной минуты. Она стояла, и все. И такая красная вся, как огонь. Супер. Ночной дайв будет проходить возле острова отеля. Здесь, около пирса, в ночное время собирается огромное количество акул и скатов. Их приманивают дайв-гиды, принося с собой маленький кусочек рыбы. Идем на ночной дайв. Излюбленное место, где водятся акулы. Сейчас они выходят на охоту, чтобы добыть себе на ужин рыбу. Надеюсь, что мы не будем их добычей и вернемся живы и невредимы на корабль. Так что ждите нас. Ночной дайв требует особо тщательной проверки оборудования, наличия осветительных приборов. Правда, сегодня возле ярко освещенного пирса вряд ли потеряешься, но если все же откажет фонарь, будет довольно неприятно оказаться в темноте вместе с акулами. Либо мы их будем кормить, либо как-то еще. Вот он тот пирс, о котором рассказывал дайв-гид. Смело идем в воду. Акулы уже на месте, ждут прибытия гостей. Конечно, им нужны не дайверы, им нужно то, что они с собой принесли. Это искусственно созданная человеком ситуация, когда рыбы заранее приходят на кормежку. Однако ручными они не становятся. То, что в первый раз, то производит впечатление. Вот, в первый раз это, конечно, вот эта кормежка акулы, скатов ночью, когда тебе акулы хвостами лупили, мордой в камеру тыкались. Вот, приходилось уворачиваться, они тебя сдвигали с места, толкались, скаты между ног там. Ему на нос наступишь, он так надуется, значит, типа удивленно, ты что тут вообще? Вот Джеки. Так, немножко волнительно, но прикольно. Очень понравился ночной дайв. В принципе, это не первый мой ночной дайв, но в основном это были, так скажем, небольшие хождения вдоль рифов, и ну, в большинстве случаев достаточно небольшое количество было животных. А здесь сама процедура кормления, конечно, привлекла огромное количество рыбы, скаты, акулы. Это было очень интересно, очень красиво, конечно же, когда вот они, ну, практически меня отталкивали, потому что я находился ближе всех к точке кормления, и скаты практически поплывали прямо рядом со мной. Ну, волнительно, потому что все-таки это хищники, как ни крути. Вот, и когда их там два десятка, а может быть и больше, и вокруг тебя кишат просто. И, соответственно, и сзади, и спереди, и сбоку, и сверху, и снизу сложно контролировать ситуацию. Вот. А так, это некие новые впечатления по сравнению со всем остальным.
в эту поездку мне понравился очень ночной дайв. Он был просто такой чуть-чуть экстремальный, и получается, что когда ты ныряешь, у тебя выделяется адреналин. Потому что акулы плавают стаи вокруг, около тебя, они трутся, они ласкаются, как собаки, но собаку-то может укусить. Вот. И поэтому такое есть, такое на грани ходишь, вот это, и получаешь от этого просто удовольствие внутреннее и вообще просто кайфуешь. Нет страха никакого. Вот у меня уже третье погружение ночное здесь, на Мальдивах. Вот когда первый раз, это было особенное впечатление. Я первый раз оказался в этой массе общей вместе со скатами, с акулами. Так, дух захватывал. Страха никакого, но впечатление массы. Ну и первый не страшно. Ну просто приятно оказаться среди них. Ну, впечатление оставляли акулы. Большое количество акул. Это не в первый раз, почти постоянно, когда ночные погружения. Или это мне так получается видеть всегда. И волнение за своих товарищей и друзей. Я увидела первый раз на Мальдивах. Это ночной дайв с кормлением акул. Несмотря на то, что вроде бы неестественная ситуация, да, то есть это не живая природа, как бы они плавают, а все-таки мы их кормим, ну, вернее, не мы, а дайв-гид там их чуть-чуть подкармливал. Все равно было ощущение живой ситуации, потому что они на нас не обращали внимания, они просто вот занимались своим делом. Но потом они, когда обратили на нас внимание, стало еще более интересно, потому что они начали к нам подходить, тыкаться в нас, ну, кто снимал, фотокамеры, видеокамеры, мордочками. А одна большая, она вообще прошла просто своим телом вдоль всего моего тела. Вот это вот я никогда не забуду. Не знаю, мне не было страшно. Мне понравилось, на самом деле. Толкались, пихались, там между ластами ходили скаты большие, то тоже толкали, пришлось ноги уже поднять, чтобы во всяком случае кого-нибудь не придавить. То есть до такой степени они вот нас не боялись, и как бы, ну, как бы мы слились с ними там, поэтому было очень интересно. А еще интересно было, когда, я не знаю, штук 30 прошло акул над нами, то есть такая большая стая, они шли, как самолеты такие, вот подняли головы, это было тоже впечатляюще. Особенно красиво было, конечно, увидеть акул на поверхности, когда ты лежишь на дне и смотришь на поверхность, вот это вот огромное количество рыбы сверху. Завораживающее зрелище, конечно, очень понравилось. Отчасти было немного страшно. Увидеть такое количество акул, конечно же, и представляешь, что тебе нужно еще всплывать как раз через них. Какие из них там акулы в итоге плавают, я не знаю. Которые на дне-то, это понятно, это были акулы-няньки, а которые там на поверхности, это было не видно. Даже у тех, кто в это самое время находился на лодке, захватывало дух от того, что происходило под водой. Не знаю, у меня тряслись коленки. Ну, не то, что образно в душе. Адреналин пер из меня. Ну, когда все бело от акул, от всего, как-то я переживала за тех, кто там внизу. За друзей, со своих, за соратников, скажем, дайверов. Через 45 минут ночное погружение закончилось, и дайверы поднялись на борт Дони. Не, на самом деле акул огромное количество, такая стая ходила, очень много. Не пожалели, что пошли, классно. Эмоции переполняли всех, и тех, кто находился под водой, и тех, кто ждал своих товарищей на борту. Там акулы такие вот рожи, во, в камеру тыкаются, и скаты. Они реально огромные. Ну там штук 20, наверное. Солнце на Мальдивах всегда встает в 6 утра. Зима это или лето, рассвет наступит в одно и то же время, с расхождением всего в несколько минут. Это ведь экваториальный пояс. Экваториальное солнце комфортно до тех пор, пока не поднялось высоко над горизонтом.
Следующий день был посвящен поискам китовой акулы, которая обычно приходит к внешней стороне атолла в поисках пищи. Поиск китовой акулы происходит следующим образом. Доня на небольшой скорости патрулирует узкую полоску воды вдоль коралловой стенки. В поисках, как правило, участвуют сразу несколько дони с разных яхт. Иногда сами яхты включаются в эту гонку. Первый час все сидят как на иголках, в ожидании крика «Акуля, акуля!». Дальше энтузиазм потихоньку спадает на нет, и дайверы уныло проводят еще пару часов в томительном ожидании. Иногда такие поиски бывают безрезультатными. Наш дайв-гид решает прекратить бессмысленную трату времени и предлагает погрузиться под воду. Одеваем скубу. Одна минута, и все уже в объятиях океана. Погружение вдоль стенки обычно не приносит больших сюрпризов. Дрейфуешь по течению вдоль коралловых рифов и внимательно всматриваешься, что происходит вокруг. Вот стая кашмирских луцианов безрезультатно пытается найти себе укрытие. Эти рыбы ведут ночной образ жизни, а днем они обычно прячутся в гротах, в пещерах или в разломах. Но здесь на стенке с такими укрытиями большая проблема. Если найдется грот или пещера, то они будут совсем небольшого размера, и в них вряд ли укроется целая стая, ну разве что пара-тройка рыб смогут приютиться. Однако океан готовил нам необычный подарок. Но прежде, я смотрю, уже все прошли. И такое зрелище невозможно упустить. Соответственно, пытаюсь каким-то образом привлечь внимание, и вплоть даже своими движениями. Но, к сожалению, у меня не было чем постучать по баллону, но и тем не менее я решил этот вопрос. Привлек внимание наших, да, и оператора, и друзей. Китовая акула, что понравилось, когда она появилась совершенно неожиданно, это даже интереснее, потому что когда ее ищешь на поверхности, там много народу, и снорклинг, и так, и сяк, там, в общем, вокруг этой акулы, что бедной акулы и не видно. А когда ты ныряешь и плывешь в океане, и вдруг она появляется, вот это впечатляет. Это вот такое живое ощущение, да, ее, когда она идет рядом, и такое ощущение, что она вообще никакими частями тела не двигает, но почему-то она идет очень быстро. Меня всегда вот это вот удивляло, я не понимаю, как они двигаются. В общем, она совершенно не шевелится, но идет очень быстро, потому что попытались чуть-чуть ее догнать, ну даже не чуть-чуть, так ластами-то помолотили, но ушла. Собственно говоря, до ощущений-то черед не дошел, потому что ее так немного напугали, что она быстро ушла на глубину. А вообще-то китовые акулы приходилось нырять. И именно здесь, на Мальдивах. И обычно народ снорклингом занимается. Ну, такие правила. И увидеть китовую акулу, когда ты ее меньше всего ждешь, то есть занимаясь дайвингом, это, в общем-то, большая редкость, я считаю. Но сегодня повезло, хотя хотелось бы с ней каким-то образом подольше пообщаться, а когда рыба сразу уходит, в общем, такие смутные ощущения. С одной стороны, повезло, да, как сам факт. С другой стороны, ну что да, по времени совсем ничего. Хотя мы тут недолго возле нее проплыли, сколько, наверное, может быть, минутка-две, не больше, наверное. Вот, но все равно впечатлило. Это масса, это машина. Вот. Догнать ее, конечно, не получилось. Но хоть посмотрели, все равно приятно. Рифовая акула – частый гость коралловых стенок. Днем эти рыбы отдыхают лежа на песке. Их время разбоя – ночь.
Чернопятнистый скат Хвостокол выбирает подножие коралловых рифов. Именно здесь, на границе песка и камней, самая большая концентрация пищевых объектов, которыми питается скат. Синеперы и каранксы патрулируют всю стенку, от основания до самой макушки, в надежде перехватить мелкую рыбешку. Однако разбойных нападений могут не опасаться губаны-чистильщики. У них статус неприкосновенности. А вот их пациентам надо быть всегда начеку. Прием у санитара не освобождает от посягательств разного рода хищников. У мурены, которая притаилась в гроте, целый коллектив личных чистильщиков. В него могут входить как рыбки-губаны, так и всевозможные виды креветок. Хотя креветки являются любимым лакомством большинства рыб, на креветок-чистильщиков, так же как и на других санитаров, распространяется условие пакта о ненападении. Ну, мне нравится вдоль стенки идти, потому что, как бы, я, допустим, сама тогда выбираю, что мне интересно. Мне вот не очень нравится, когда погружаемся сразу на большую глубину, там заляжем, ну, наблюдать там за чем-то таким. Я как-то вот по натуре своенравная такая, своевольная, да, и поэтому хочу делать то, что я хочу, а не то, что мне вот, как бы, предлагает Dive Guide, потому что не всегда мне это интересно. Там вдоль стеночки я сама выбираю и высоту, и то, что мне интересно вот посмотреть. Поднимаясь к поверхности, обнаруживаем довольно большое скопление рыб на крыше стенки кораллового рифа. Это желтоперая барабулька и золотопятнистый морской лещ. Странное содружество разных видов рыб. Барабульки обычно обитают возле дна, где в песке ищут себе пропитание. Морские лещи могут обитать около коралловых ветвей. И оба вида редко поднимаются в толщу воды. И единственное, что их объединяет, стремление собраться в большие стаи. Все близкие родственники этих видов не образуют таких скоплений. Морской лещ относится к большому семейству литриновых. Но в отличие от других представителей этого сообщества, большим он не вырастает, всего лишь 15 сантиметров в длину. Эти рыбы могут иметь разный цвет тела, от серебристого до коричневого, но отличительная черта – это яркое желтое пятно около хвоста. Возможно, одинаковые размеры этих видов рыб притягивают их друг к другу. Дайвинг с китовой акулой закончен, и наша Дони спешит собрать всех дайверов. Мальдивские острова находятся рядом с линией экватора, поэтому здесь господствует тропический влажный климат муссонного типа, для которого не характерны канонические времена года, а лишь зима и лето, наступление которых определяется количеством осадков и направлением дующих ветров. С мая по октябрь превалирует юго-западный муссон, приносящий дождливую ветреную погоду, а с ноября по апрель – северо-восточный, с наименьшим количеством пасмурных дней и преобладающей жаркой солнечной погодой. Корабельная рында известила о предстоящем брифинге. На этот раз нам предстоит посетить дайв-сайт под названием «Кударахтила». Здесь расположена очень красивая арка прямо в коралловом рифе. Кударахтила – охраняемая морская территория. Рельеф здесь достаточно сложный. Тила состоит из четырех больших коралловых голов разных размеров, которые поднимаются с плато до глубины 12 метров. Риф не больше 100 метров в диаметре, и его можно обогнуть всего за одно погружение.
Когда хорошая прозрачность, видно, что это место заселено большим количеством разных видов рыб. А вот и арка, про которую нам рассказал на брифинге дайв-гид. Но здесь образовалась пробка из желающих проплыть сквозь природный туннель. Мы столкнулись с группой дайверов из Китая. Стая кашмирских луцианов, повстречавшаяся нам в прошлом погружении, здесь значительно больше, и чувствует она себя довольно комфортно. Ведь на этой тиле много естественных укрытий. Во-первых, хорошая видимость была. Большое количество рыбы, мы удачно нырнули, хорошее освещение, солнце и глубина, в общем-то, не очень большая. И рельеф очень красивый, там такие были арки, вот. И течение было такое, где-то медиум. То есть для нырялки, для фотографии очень даже ничего, да, понравилось. Да. Еще бы с белым медведем понырять. Но чувствую, в этот раз не получится. Нет, не получится. Зато теперь все оставшиеся дайвы будут только на тилах и других подобных коралловых образованиях. В глубине грота два буропятнистых группера свили себе уютное гнездышко. Конечно, это образное сравнение, ведь они сугубо территориальные рыбы. Видимо, плавая в таком живом супе из луцианов, нет необходимости драться за место под крышей. Кашмирский луциан – один из самых распространенных видов луциановых на Мальдивских островах. Но, правда, и самый маленький, поэтому не представляет собой рыболовного интереса. Большинство его родственников из семейства луциановых, или на английский манер снепперов, имеют завидную репутацию среди рыболовных трофеев. Конечно, более интересные тилы. Мне нравятся тилы, где есть небольшие пещеры, гроты, навесы. Там каждый раз, когда заглядываешь, можно что-то увидеть интересное. Буйство жизни и красок есть не только в больших пещерах и гротах. Вот в этой небольшой норке притаился рак-богомол. Это самый мощный представитель беспозвоночных. Наблюдать за подводными обитателями можно бесконечно, однако нам пора покидать этот замечательный уголок первозданной природы. На сегодня у нас запланирована вечерняя прогулка по острову-отелю. Когда путешествуешь на яхте, очень хочется выйти на берег, пройтись вдоль кромки моря, утопая в бархатном песке. На острове все сооружения аккуратно встроены в окружающую обстановку и гармонируют с местной природой. Животный мир островов довольно скуден. Коренные обитатели коралловой земли так или иначе связаны с морем. В основном это либо пернатые, либо морские жители, ведущие земноводный образ жизни. Ведь все, что связано с питанием здесь, находится либо в море, либо около него. Когда совсем стемнело, возле пирса в свете фонарей собралась разномастная рыба. Это старые наши знакомые, в основном каранксы и скаты. Несколько мелких акул тоже заглянули на огонек, но не найдя для себя ничего интересного, быстро покинули это место. Сегодня у нас запланировано еще одно ночное погружение. На этот раз оно пройдет на тиле, на которую рыбу не прикармливают, поэтому обстановка абсолютно естественная. Ночью коралловый риф расцветает яркими красками. Ведь именно в темное время из глубин к поверхности поднимается огромное количество планктона, которыми питаются все коралловые полипы. Поэтому в ночное время их особенно много в распустившемся виде. Отоспавшись за день, белоперая рифовая акула ночью вышла на охоту. На ночной промысел подтянулись и другие хищники коралловых рифов.
Правда, эти рыбы и днем занимаются поиском добычи. Только в темное время они становятся более активными, ведь подавляющее большинство их жертв с приходом темноты более уязвимы. Главное спасение мелких рыбок – это спрятаться поглубже в расщелины кораллового рифа. Чем лучше укроешься, тем больше шансов дожить до светлого времени суток. У каждого охотника своя тактика поиска пропитания. Мурены педантично прочесывают каждую доступную щель. А вот карангсы ждут, что кто-нибудь спугнет сонную рыбку, и тогда ей будет не сдобровать. Для поимки жертвы чернопятнистый скат-хвостокол накрывает место, где есть потенциальная жертва, всем телом и выдувает изо рта воду, которая поступает к нему из брызгальца, а потом пытается поймать ртом оглушенную добычу. Но далеко не всегда удается что-то поймать. Чернопятнистый скат-хвостокол может достигать внушительных размеров от 1,5 до 2 метров в размахе крыльев. Эти скаты не агрессивны и не пугливы. На ночном дайве увидел такую битву между муренами, карангсами, акулами. Так все кишит друг друга, они друг на друга нападают. Очень много рыб было разных, очень много карангсов. Стаи, ну, наверное, по 20 карангсов. На этом сайте многие наши дайверы погружаются не в первый раз. И по их наблюдениям можно сделать вывод, что на этой тиле в течение нескольких лет поменялись качественно и количественно обитатели. Раньше здесь было много акул и скатов, а сейчас их численность уменьшилась, зато появилось много карангсов. Может быть, это связано с сезонными изменениями, а может быть, одни хищники вытеснили других, а вот количество мурен осталось примерно такое же. Дайв-сафари – это пестрый калейдоскоп впечатлений, запоминающийся на всю жизнь. Каждый день дарит новые яркие ощущения, которые получаешь как от подводных красот, так и надводных пейзажей. По сравнению с береговым отдыхом, программа погружений в сафари намного насыщеннее и по разнообразию мест, и по количеству погружений. На сафари появляется возможность погружаться в наиболее интересных местах, расположенных далеко от берега. Мальдивский подводный рельеф во многом схож с подобными донными пейзажами тропических вод. Однако у этого архипелага коралловых атоллов есть свои особенности. Здесь часто встречаются коралловые образования, так называемые тилы. Тила – это подводная гора, рифовая отмель, вершина которой не видна с поверхности. Обычно вершина такого кораллового образования отстоит от поверхности воды на 8 метров и глубже. Такая подводная гора может находиться как внутри атолла, так и в канале, соединяющий атолл с открытым океаном. Часто тила имеет большие карнизы, причудливые выступы, покрытые твердыми и мягкими кораллами. Мне, в принципе, очень нравятся Мальдивы. Я считаю, что это занимает по нырялке где-нибудь второе место в мире. Это по моим таким пониманием. Индийский океан, он большой, и поэтому здесь очень большая рыба, крупная, вот, и красивая. Ну, самое главное, это попасть, чтобы течение было из океана в атолл, потому что если будет наоборот, то рыба вся большая уходит в открытое, и мы ее не видим. Но даже при отсутствии правильного течения на тилах всегда можно найти множество рыб и других морских обитателей. Дайвы очень красивые, но тоже все зависит от течения. Все зависит от течения. Если течение хорошее, ты увидишь все. Если течение в другую сторону, то увидишь очень мало. Есть сезон дождей, вот, и есть как бы сезон не дождей, да? Есть сезон хорошей видимости и плохой, когда много планктона. Когда много планктона, приходит много рыбы, китовые акулы, в частности, и манты питаться. Естественно, их больше, но видимость как бы не очень хорошая. Соответственно, каждый выбирает то, что он хочет.
Но каждая поездка отличается, можно сказать. На одном и том же месте можно иногда что-то увидеть интересное, а можно совсем ничего, поэтому отличается. Я в разное время года бывала, и летом в августе, и зимой в январе, и в октябре. То есть отличается по погоде, по воде. Сейчас какая погода? Погода замечательная, не штормит, практически нет дождей. Видимость бывает хорошая, бывает не очень, но в принципе очень хорошо, комфортно. Комфортно и много рыбы достаточно, течение, все есть. Мальдивы как Мальдивы. На дворе декабрь. И все же, чем отличаются нырялки на Мальдивах в это время года? В этот раз нам очень повезло с погодой. Практически, хоть кажется, сезон дождей, но дождя мы практически не видели. Ну так, там, на часик. Не жарко. Вот, очень комфортно себя чувствуешь. Вода комфортная, 28 градусов. Ну, иногда местами там за 20, там, 27. Вот, очень комфортно нырять. Можно нырять, в принципе, вообще без костюма. Вот, ну, я в коротком костюме нырял. Если взять в общей массе, что, допустим, ты был в ноябре, в декабре, в марте, там, в мае, в июне, в общей сложности, если взять кривую, да, то отличия, если есть, то очень минимально, очень. Мне кажется, что даже вообще нет отличия, потому что я был и в мае, был и в сентябре, и в декабре. Разницы большой я такой не увидел, что, ну, может быть, только по волнам, может, побольше волны, все. А так, что рыба такая там, зимой она есть, летом ее нету, ну, это же, считай, большой аквариум, она все равно плавает здесь, она же никуда не уходит же, эта рыба, правильно? Может, если только китовые акулы, может, в определенное время она здесь питается. Не знаю. Ну, в принципе, я ее видел и летом видел, и зимой тоже ее видел. Поэтому какие рыбы здесь уходят, какие не уходят. Может, они просто переходят там с севера на юг или с юга на север, может. Разницы большой я не увидел совсем, если честно. А что предпочитают делать дайверы под водой? Ну, вот Оля, супруга, она снимает на фото. Ну, просто так получилось, что у нее с грузами проблема. Она вместо грузов берет фотоаппарат с металлическим боксом, со вспышкой, со светом. И это помогает удержаться там под водой. В противном случае просто океан выкидывает на поверхность. Это, конечно, шутка. А на самом деле какие проблемы с боксом? Честно говоря, тяжело, потому что он мне не приспособлен. Мне тяжелый фотоаппарат. Надо будет с ним поработать, чтобы он был полегче. В принципе, мне не тяжело с ним, как сказать, морально. То есть я совершенно спокойно держу его в руках, я не отвлекаюсь. У меня, в принципе, стаж не маленький уже нырять. Поэтому я тяжело в смысле тяжести. А так, просто так поплавать мне неинтересно. На Мальдивах 26 атоллов, состоящих из множества маленьких коралловых островов. Конечно, за время дайв-сафари все интересные сайты посетить невозможно. Но переходя на яхте каждый день на новое место, есть возможность увидеть куда больше, нежели живя на острове. Дайв-сафари – это просто считается для человека, который любит свое, не то что хобби даже, а любит море, любит рыбок, и он желает вот это окунуться и в невесомости застрять вот в этом положении и получать удовольствие. Сафари – это активный отдых, это три погружения в день, это свой распорядок, впечатления. На островах тоже по-своему интересно. Вот там, где я был, там есть тоже дайв-центр, и мы тоже рядом были сайты. Мы утром вставали, делали до завтрака одно погружение, и одно погружение делали после обеда. Дайв-сафари – это другое. Тут много разных мест. Там все-таки на островной, ну, там погружаешься, как правило, все-таки примерно в одинаковых условиях. Вот там, где я был на Ариатоле, там, ну, вдоль стены или китовая акула, там фактически тил нету. Здесь мы передвигаемся, можем посмотреть и тилы, и каналы. Так что, конечно, сафари – это другое. Вот это другой ритм, другие впечатления. Вот. Но
Мальдивы, они и так прекрасны. И островной, и сафари, везде хорошо. Мне нравится очень подводный мир. Вот. И когда я ныряю, я забываю все. Я забываю о работе, о проблемах, обо всем. И ты висишь в этой невесомости и такой головой крутишь вот так направо, налево. Смотришь на эти прекрасные рыбки. Это если взять аквариум, то мы находимся в аквариуме, а рыбки смотрят на нас со стороны. Вот. Это просто очень такие ощущения, они неповторимые, и ты их нигде не получишь просто на суше. Такие ощущения только под водой получишь. Для меня это кусок жизни, который, наверное, во мне какой-то или мореплаватель живет. То, что связано с водой, для меня очень важно. Погружение также вызывает громадный интерес. Какова цель погружений? Чтобы увидеть ту красоту, которой на суше этого нету, это новое. Это чудесно, это великолепное. Можно назвать и релакс тоже души моей лично. А какие чувства вызывают Мальдивы? Мальдивы не самое плохое место. Даже скорее очень неплохое. Круглый год теплая вода, синее море. В общем-то, достаточное количество рыб, кораллов. Че еще надо? Дайвер. Вот этот регион. Филиппины, Мальдивы, Индонезия, Малайзия. В общем-то, достаточно. Есть тут места, заповедники классные. Я думаю, все-таки Мальдивы – это лучшее то, что я видел в своей жизни. Именно здесь все эти погружения, они более красочные, более эффектные, более насыщенные цветами, красками, кораллами. Мальдивы – это то место, которое можно ездить, ездить и ездить. Потому что красота неописуемая. Подводный мир шикарный. Мы еще не раз сюда вернемся. До скорой встречи на Мальдивах.